хозяйство. Утренний восход. Ильич пробежался, флажок стал. Сказка. Механик. Она не только маникюром может доставать огромные щуки, но она еще и снегоходы может чинить. Залез механик под технику и чинит. Механик, ну что там, починилось что-то? Я нашла, что там кусок льдины отвалилось. Обалдеть, ну все, починила. Молодец. Оно бьет прямо сетушку. Все, значит, о-о-о, ты починила, мастер. Она не только катается, но она еще и чинит. Молодец. Завидую я себе. Утреннее пробуждение. Проверочка флажочков. Утро. Утро начинается. Да, один флажок, вон второй флажок. Сзади они. Третий флажок. Ну давай. Жерлица, которая. Я говорю, зачем ты тут ставишь? А вот. А я тут вчера трешку споймала. Мальчики поехали в другое место, а я тут такая. Иха! Сейчас пробьем и узнаем. А ты что, ее не засыпала, что ли? Засыпала, но снегом прямо ломку, поэтому она промерзла. Ну давайте. Тут могло, скорее всего, выбить ветром. Только. Я только поправил жерлицу. Флажок прям вот стал. Держи жерлицу, чтобы она не убежала, Аня. Давай, пробуй, подсекай. Есть? Отлично. Отлично. Отойди, Ричка. Хо, с первой щучкой. Первая. Вот это да. Я проверять ее, а она клевать. Пью. Пью и все. Ванечки. Инструменты. Инструменты. Главное, инструменты. Не только маникюр. Ну и вот такой вот инструмент. Под названием пешня. Давай. Да. Давай, давай. Мотает. Фига себе. Конечно, она там сидит. Вот это да. Мотает прям, смотри, она сваливает. Валит она просто. Она бежит. Убегает. Аня, давай шустрее, потому что... Ну, что ты сейчас упустишь свою заветную. Вот я представляю, там 10 килограмм. А ты что не потекла? Держи, давай. Опять перчатка. Психанула девка, короче, говорит, второй тоже мой. И чистить, говорит, буду тоже сама. И пробивать жерлицу. Как говорится, утренний. Давай, тяни. Так она тут через эту не уйдет. Пробей мне. Твою же мать, нехай. Рыбище, блин. Это рыбище целое. Рыба моей мечты. Обалдеть, блин. Утренняя радость рыбака. Ты подъехал, а у тебя на маленьком пятачке сразу стоит 4 флажка. Вот это радость. Давайте посмотрим, что здесь. Навигатор пишет мне: двигайтесь прямо. И Вальдемар пошел за флажком. Все четко по китайскому навигатору.
не повторим, дадим ей заглотить. Не дадим. Ух ты! Ух ты! Вот! Классно! Вообще! Смотри, на нижней губе только. Тихо, держись, дорогая. На нижней губе, легенько так. Вообще классненько. Спортрежим. Мальчишка. Котлета. Так, ну что, проверяем второй. И на флажочек такой. Опа, а вот тут есть. 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 Как хорошо идет. Идет хорошо, вообще уверенно. Как же она хорошо шла. Как же это бесконечное удовольствие. Бесконечное удовольствие. Ричард. Он пофотографирует. Лезет. Мар. Анна Николаевна, а там все возьми, сама сделай все. Анна, не надо руками лазить туда, пожалуйста. Она в уху не так. Аня. Сейчас. Подожди, Аня. Она, слушай, подо льдом стоит. Она вот поперек льда. Переживай. Подожди, сейчас я ее вот так сделаю. Вот так вот возьми. Вот так вот возьми. Она поперек льда стоит. И главное ее... Зацепи ее, зацепи крючком. Что это цеплять? Ну, за нее. Ты же профессионал. Ах, так, да. Иди сюда. Ну-ка, да, подожди. Думаю, сейчас все, тут пусть я побежала. Вот это что за, сюда, что сюда. За монстр? А ну, убери руки. Аня, убери руки, Аня! Вот это бесконечность! Это щукенция, просто монстрела! Как ты могла такую опять вытащить? Ну почему тебе все везет и везет? Вот это просто бомба! Мужики, девка на маникюр вытащила бомбу, вообще это трэш. Для сравнения, мой улов сегодня первый, и Аннушка вытащила улов. Вот это разница, чувствуется, да? Каких я на камеру таскаю, каких Анюта достает. Аннушке сегодня просто везет. Везет ей сегодня на супер трофеи. Давай. Давай, дружище. Анютка, тащи. Не давай слабины. Размотала офигенно. О, да еще. Вот это класс. Тебе сегодня просто твой день. Обалдеть. Это ты за маленький. Вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, как зацепилась она. Вот это да. Просто чуть-чуть. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Ты молодец. Но по сравнению с тем, что ты поймала вот сейчас, до этого, это просто бомба. Ну что, друзья, рыбалка у нас продолжается. Потихонечку мы проверяем жерлицы. Потихонечку Анечка сегодня лазит маникюром в пасть. Все как обычно. День у нас просто обычный рабочий день. Щучный такой вот. Одну Анютка вытащила, вторую вытащила, а там мою маленькую прикрыла. И с нами маленький друг Ричик. Рыбалка движется. Сейчас мы точный вес даем. Сколько весит твоя дорогая на сегодняшний день? 680. И попробуйте оспорить весы. Точно. Да. Ты все ловишь и ловишь. Что-то я не вижу радостного настроения. Офигевшая от тутошнего утра. Так, сейчас у нас наступает обед. Решили между флажками покушать немножко супчика. Анечка сварила фирменный супчик. Ух, забористый такой, с лучком. Ляпота. Сейчас покушаем. Вкусненько.